Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня в выпуске. Первый день здоровья для детей прошел на курорте успешно. В приоритете – проблемы каждого конкретного человека. Болезнь творчеству не помеха. Хоккейный клуб «Анапа» вновь показал блестящие результаты в краевом турнире. Эксперимент завершен. В минувшую пятницу в районе торгово-развлекательного центра «Красная площадь» изменилась схема дорожного движения. Всего за несколько дней проблема многолетних заторов практически исчезла. И только водители привыкли к измененному дорожному движению, как все вернулось на круги своя. Начальник госавтоинспекции курорта Владимир Дешко пояснил ситуацию. Движение у нас улучшилось. В утренние и вечерние часы у нас не было пробок. Было в пятницу немножко затруднение движения с улицы Амелькова. Но мы быстренько сориентировались. В течение 15 минут пробка была убрана. Эксперимент проводился с пятницы по понедельник. То есть круглые сутки экипажи ДПС стояли, помогали людям ориентироваться на месте. Теперь эксперимент закончен. Мы увидели то, что мы хотели увидеть. В настоящее время сейчас будет готовиться документация, проект. И после того, как будет утверждено в управлении ГАИ Краснодарского края схема организации дорожного движения, мы будем внедрять в производство. Ну, постараемся в ближайшее время это сделать. Первый день здоровья для юных жителей Анапы прошел в минувшие выходные в детской городской больнице. Общественники обратились к главе города Сергею Сергееву с просьбой проводить такие бесплатные приемы детских врачей. Начало положено. Маме с 4 детьми, конечно, непросто. Поход в поликлинику – целая история, тем более, если надо пройти не одного врача, а комплексное обследование. В Анапе стартовали детские дни здоровья. Получить консультацию лора, хирурга, невролога, стоматолога. Без талонов и очередей, да еще и выходной день, когда не нужно спешить на работу. Это настоящий подарок. В семье Сафаргалиевых 2 дочки и 2 сына. Они приехали на день здоровья из Тарусина. Очень удобно, что как бы с кабинета в кабинет мы разделились, могли пройти всех врачей. Как бы это очень комфортно с детьми, когда их много еще. Очень удобно. Все были врачи в кабинетах на одном этаже. Очень как бы удобно. В рамках Дня здоровья сделали ЭКГ и УЗИ-диагностику для всех малышей. Все абсолютно бесплатно, а главное быстро. За день полное обследование прошли более 70 ребятишек. Это хорошее такое начало. Мы его продолжим. 19 числа день. Такой детский день здоровья у нас пройдет в Джигинке. Я думаю, что мы там тоже продумаем и по запросу жителей пригласим туда тех узких специалистов, которые там будут необходимы. И думаю, что все у нас получится, и наши дети будут здоровы. Выездные детские дни здоровья станут такой же полезной практикой, как и взрослые. И в продолжение темы. Традиционный день здоровья прошел на этот раз для жителей Гайкадзорского сельского округа. Помимо узких специалистов, невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога и других, этой осенью в рамках Дня здоровья можно пройти обследование на новом портативном УЗИ-аппарате. Сделать триплексное сканирование сонных артерий. Врачи рекомендуют этот вид обследования всем пациентам старше 50 лет. Отличный переносной аппарат, мобильный, очень удобно все на нем посмотреть, с сосудистым исследованием. Мы проверяем сонные артерии на предмет патологии, извитости, там, бляшечек, стенозирований. То есть очень информативное обследование, неинвазивное, высокоточное. И сложность, конечно, у людей выбраться в город, а мы вот на месте их смотрим. Дня здоровья Алла Берген ждала с нетерпением. Просто себя проверит. Раз в год вот приезжают к нам специалисты, и проверяемся. Все хорошо, все нравится. Не каждый сможет поехать в город, не каждый там очередя такие. А здесь можно все проверить на месте. Хорошо. Это очень нужно даже. Спасибо
тому, кто вот это придумал. В этот день обследования прошли более 200 человек. Главврач Гайкадзорской амбулатории Алексей Федотов отмечает, что явка по-прежнему высока. Жителям уже полюбились такие выездные приемы. Это значительно облегчает, потому что у нас существует так называемая диспансерная группа, то есть хронически больные люди. И им необходимо обследование, вот такое полное обследование с периодичностью раз в полгода. А здесь все на месте. Ну, люди как бы маломобильные, кто-то хромает и так далее, им очень удобно. В следующую субботу выездной день здоровья пройдет для жителей станицы Анапской. Работа с обращениями граждан и решение озвученных людьми проблем – первоочередная задача для представителей власти. Глава Анапы Сергей Сергеев еще раз напомнил об этом подчиненным в ходе своего личного приема. Двери отдела по работе с обращениями граждан должны быть открыты для анапчан. И это не просто слова руководства к действию. Сергей Сергеев дает поручение своему заместителю не пинать людей по кабинетам, а рассказывать им, как и где ведется запись на прием. Виктор Лазарев пришел к Сергею Павловичу с предложением применить его знания и опыт в электроэнергетике. Вопросы качественного энергоснабжения, грамотной эксплуатации объектов энергохозяйства. Позицию и инициативу Виктора Алексеевича глава одобрил. Помощник, советник. Руководителя. На добровольных началах. Где-то можно применить, где-то что-то подсказать. Конечно. Чисто на добровольных началах. С удовольствием, поверьте. С удовольствием. Добро. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Клавдия и Владимир Давыдовы просят выделить участок в расцвете для организации мастерской и салона бытовых услуг. Мэр города объясняет, без проведения торгов сделать этого нельзя. В то же время просит своего заместителя Светлану Яровую объяснить людям, какие дальнейшие действия предусмотрены законом. Вы им предложите сегодня предоставить документы для организации торгов. Это инвесторы, они денег у нас не просят, понимаешь? Они свои деньги вкладывают в строительство СТО. Все, занимайтесь. Спасибо. Да, пока не за что. На административные барьеры Сергею Павловичу пожаловалась Татьяна Петровна Ганус. Просит добавить к участку 300 квадратов. Не для строительства, а для занятия садоводством. Энергетики и архитектура не могут договориться. Нет никаких сетей. Ближайшие сети от меня 25 метров от той границы, уже, которую я прошу. То есть 15 плюс 25 – это 40 метров. 10 киловатт. Других вообще сетей нет. Трансформаторная совсем с другой стороны. Татьяна Петровна была на приеме у главы месяц назад. Путаница в документах может уйти только при личном участии специалистов в работе с заявлением, убежден Сергеев. Я сказал после прошлого приема, я хорошо помню, я сказал выделить. Был разговор? Да. Почему не выполнено мое указание? Теперь все личные приемы главы Анапы будут проходить с участием специалистов администрации, чтобы на месте разбираться с проблемами, а не откладывать их в долгий ящик. В ходе ежедневного мониторинга закрепленной территории сотрудники управления муниципального контроля выявили ряд нарушений правил благоустройства и торговли. Житель дома по улице Тургенева пристраивает к своему строению металлический каркас. Судя по всему, на этой территории планировалось в скором времени установить крытую парковку. На нарушителя несколько раз составлялись протоколы за ненадлежащее состояние территории. Сегодня достучаться или дозвониться до хозяина не удалось. Сотрудники в форме здесь гости нежелательные. Этот объект на постоянном контроле. Следующая мера – внушительный штраф. Также по адресу Тургенева 240А в ходе ремонтных работ грузовиком была разрушена газонная часть. Выезжая, водитель оставил грязные следы от колес на проезжей части. Сотрудниками управления муниципального контроля был составлен протокол на бригадира, а строители обязали не только произвести уборку, но и восстановить газон. Вчера на улице Северной жильцы завезли песок и строительные материалы. Как сообщили жители, планируется уложить плитку возле дома. Собственникам была проведена беседа о необходимости устранить нарушение правил благоустройства. Нарушения правил торговли были установлены и на улице Мирной. Магазины ритуальных услуг вынесли свои товары на улицу. В стеллажи для демонстрации товара были переоборудованы двери и крыши торговых точек. Продавцы спешно убрали венки, однако без протоколов не обошлось. Сумма штрафов для нарушителей будет определена на административной комиссии. Все зависит от нас самих. Это простое правило жизни. Своим примером доказывают анапчане, кому судьба послала сложные испытания. В городском театре на праздничном концерте, посвященном Международному дню инвалидов, не было границ для таланта и слов восхищения. С
Звуки музыки артисты не слышат, но искусство понятно без слов. Певица Виктория Горбенко не может ходить, но от сцены не отказалась. В городском театре сегодня выступают люди особенные. Те, кто смог преодолеть болезнь вопреки всем обстоятельствам и добиться цели. Заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова подчеркнула, вот на кого нужно равняться в упорстве и целеустремленности. Это те люди, которые сегодня вместе с нами нас двигают, а мы помогаем им создавать вот ту так называемую среду. И когда молодые люди начинают что-то там капризничать из-за каких-то там бытовых, не знаю, там неустроенностей, я всегда говорю, придите на этот концерт и посмотрите, как за вот этой легкостью, за вот этой красотой, которая сегодня есть на сцене, какой большой труд стоит, что, какая воля к жизни, воля к победе стоит вот за той легкой красотой, которая сегодня здесь. Поэтому, уважаемые, здоровье, не сдавайтесь. Мы будем всячески вам помогать, мы будем рядом. Но самое главное, мы очень хотим, чтобы вы были счастливы. Их силе духа может позавидовать любой здоровый человек. Спортсмены, музыканты, танцоры – люди с ограниченными возможностями здоровья, но безграничной любовью к жизни. Опытные специалисты, близкие и наставники помогают им вновь поверить в себя. Галина Нагнебеда – председатель общественной организации глухих. С 2009 года руководит ансамблем «Звезды надежды». Я им вторая мама. С каждым разом у нас все лучше и лучше, спорт лучше. А у нас пришло много очень молодых ребят. Будем уже молодых приучить. А то у нас ветераны, говорю, с медалями ходят, а молодые еще не ходят. Надо их уже приобщать. Памятные подарки и грамоты получили председатели общественных организаций, активисты и те, кто добился успеха в творчестве и любимом деле. В минувшие выходные лед на поле Айс-арены в станице Северской буквально искрился под коньками двух сильнейших команд – «Анапы» и «Джентльмены». Исход битвы предсказать было невозможно. Борьба на льду развернулась не на шутку. Соперники встретились достойные – хоккейный клуб «Анапа» и краснодарские «Джентльмены». Анапчане к игре подошли со всей серьезностью и применили особую тактику. Каждые 5-7 минут свежие игроки выходили на лед. После первого периода счет 6-3 в пользу анапчан. Борьба довольно обоюдно такая острая. В принципе, счет 6-3. В конце второго периода мы немножко отдали преимущество. Команда соперника старается, но они играют в две пятерки, им немножко посложнее, мы играем в три пятерки, соответственно, мы выглядим посвежее. Даже соперники по достоинству оценили мастерство анапских хоккеистов. Конечно, хоккейный клуб «Анапа», я скажу, крепкие ребята, борются. Изначально, что мы ставили какие-то, под них какие-то тактику разрабатывали, в процессе пришлось даже менять. Встреча получилась яркой и динамичной. Отличные голевые пасы на результат. Игра завершилась очередной победой хоккейного клуба «Анапа» со счетом 9-3. Но, как признались сами хоккеисты, счет – это еще не главное. Мы, в принципе, за здоровый хоккей. А победа, мне кажется, не главное. Главное, что все приехали, все поиграли, получили огромное удовольствие и некий заряд бодрости на будущее. Несмотря на отсутствие на курорте собственной ледовой арены, хоккеисты «Анапы» продолжают удивлять и радовать своих болельщиков. Руководитель любительской хоккейной лиги в Краснодарском крае Сергей Томов – считает, что хоккей – это вид спорта для любого возраста. Общий уровень команд не только «Анапы», но также «Джентльмены» Кубани, «Ключ-Авто», «Тараскат». То есть всех тех, кто участвует в нашем чемпионате, достаточно высок. Но новички, не стоит бояться. Пробуйте себя. Хоккей – такой вид спорта, когда не 40, а 50, никогда не поздно. И ты можешь добиться не только удовольствия, но и победы. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 8 декабря, в Анапе малооблачно с прояснением. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 7-8 градусов. Ночью до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов.
Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступна и качественная одежда для детей и взрослых, модная школа, новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48-300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийская, 281. Жилой комплекс «Крымский вал».